залогом успеха и ключом к победе в бизнесе и достижению хотя бы минимального результата и хотя бы минимальной реализации поставленной перед собой цели. Одним предложением, Михаил, с вас начну, если можно, по порядку все, к залу. Спешите делать добро, вам это понравится. Не бойтесь, дерзайте, рискуйте, и если вы где-то столкнулись с проблемой, где-то упали, вставайте, бегите дальше, все будет хорошо. Ради этого мы живем, мы предприниматели. Да. С точки зрения науки, сила воли – это основной фактор успеха, поэтому я рекомендую понимать, как она работает с точки зрения науки. Сила воли вам. Ну, я хотел бы, чтобы все помнили, что без наших клиентов нашего бизнеса не было. И поэтому, если вы будете помнить о потребностях клиента каждый день, то все у вас получится. Я хотел бы пожелать вам всем веры в себя, веры в свою идею, запятая. И для победы вы не обязаны заниматься искусственным интеллектом. Всех успешных людей, которых я видел, они всегда были очень упорные в реализации своей идеи, чего я вам желаю, быть невероятно настойчивым, упорным, действительно верить. И всем добро пожаловать в экосистему Сбербанка. В любом бизнесе самое главное, мне кажется, это удача. Поэтому я пожелаю вам всем удачи. Спасибо всем большое. Завершаем.